Специалисты ТСК «Мосэнерго» продолжают работы на теплосетях городского округа, ликвидируют порывы и проводят плановые обновления магистрали. Ход работ по улицам Советская, Дружбы, 9 мая и Юбилейный проспект проинспектировал вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин. А что у нас сейчас в домах здесь по температуре? Только у нас здесь сейчас остановлено? В седьмом доме только сейчас получается отключено. Только сейчас. Седьмой. Остальные цикли. А когда мы это сделаем? Сегодня до 10. Тут сколько меняем? 35 метров. По словам вице-губернатора, с ТСК «Мосэнерго» достигнута договоренность об ускорении работ по улицам Парковая, Юбилейная и Нагорная. Переключить сети со старых на новые должны до середины ноября. У нас должна в течение следующих 7 лет реализовываться большая инвестпрограмма ТСК по Химкам. Значит, мы должны, соответственно, им обеспечить это тарифными решениями, с тем, чтобы мы уже ушли от латания дыр к плановому увеличению надежности тепловых сетей. Под председательством Евгения Храмушина прошел штаб по вопросам отопления и водоснабжения в городском округе. Он создан в Химках по поручению главы Дмитрия Волошина. Вице-губернатор поручил увеличить количество бригад, чтобы все ремонтные работы на теплосетях завершили до декабря. Юлия Самошина, Олег Тюрин, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.